100 долларов, на что вот вы им рекомендуете потратить? Вот я только что сказал, да. Это, во-первых, они могут открыть депозит в Отбасы-банке. Депозит в Отбасы-банке. Это есть такая возможность. Так, также есть возможность открытия системы гарантированной государственной образовательной накопительной системы. Они также могут открыть там депозит и копить на свое обучение, второе обучение, может быть, если он там поступил на грант после, ну, на второй, на магистратуру, докторантуру. То есть есть определенный механизм, где он может копить. Это первоначальный старт. Эффективность этой программы, еще раз повторяю, полную эффективность этой программы получат дети, которые участвуют в этой программе все 18 лет. Положить на депозит или весело отметить, да, с этими 100 долларами окончание школы? Не понял ваш вопрос. Следующий вопрос. Ну, просто мы не понимаем, ну, что 100 ваши... долларов, почему вы обещали 170, а в итоге Я вам объяснил, поскольку вот инвестиционный доход, 50% инвестиционного дохода, средний взвешенный, он сложился 695 миллионов долларов. И количество, простая арифметика. То есть мы правильно понимаем, что правительство не рассчитывало на то, что родится большее количество детей, нежели чем уже родилось? Нет, это все было предсказуемо, что прирост населения идет по 400 тысяч. То есть в следующем году также мы ожидаем прирост, естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит очень большая задача по увеличению этого бездохода, соответственно, чтобы достичь тех цифр, которые изначально было озвучено, 3,5 миллиона тысяч долларов. Если вы прогнозировали, то почему на 70 долларов уменьшился инвестиционный доход? Это были первоначальные расходы, когда мы расчеты, я еще раз повторяюсь, первоначальные наши расчеты. На сегодняшний день цифра, вы уже сами можете проверить. Спасибо. Еще вопросы? Да. Шарман доллар.